Областное управление государственного архитектурно-строительного контроля осуществляет надзор за качеством, устойчивостью и безопасностью строительных объектов, а также является единственным в регионе контрольным отраслевым органом в сфере архитектуры, градостроительства и строительства. Рассматривает обращения физических и юридических лиц. Об этом подробнее рассказали в ходе сегодняшнего брифинга. Управлением за 2022 год рассмотрено 2527 писем и 302 обращения физических и юридических лиц. По результатам рассмотрения удовлетворено 35, отказано в удовлетворении 88 обращений, 89 перенаправлены в другие органы компетенции, даны разъяснения по 52 обращениям, по 38 рассмотрение прекращено. Выделены из государственного бюджета 69 335 тысяч тенге полностью освоены. Управление осуществляет 5 видов государственных услуг: выдача лицензии на изыскательную или проектную деятельность, на строительно-монтажные работы, аттестации экспертов, осуществляющих экспертные работы и инжиниринговые услуги, аккредитация организации по управлению проектами в области архитектуры, градостроительства и строительства. По итогам 2022 года рассмотрено 157 лицензионных дел, выданы 42 лицензии. По аттестации экспертов рассмотрено 246 заявлений. Аттестовано 93 эксперта, они прошли 137 человек. По аккредитации организации по управлению проектами в области архитектуры, градостроительства и строительства удовлетворены 2 заявления. В 2022 году за счет бюджетных средств реализованы строительно-монтажные работы 368 объектов, из них 335 строительства объектов и 33 капитальный ремонт зданий. Также организован контроль строительства 235 коммерческих объектов, строящихся за счет собственных средств инвестора. Кулюш Умурзакова, Дана Самат, Нурлан Бектурсын, 77 News.